Когда на Мельничной еще белел снег, соревнования по летним видам спорта уже раскручивали педали. Велотрек на горных велосипедах проводится на спортивно-оздоровительном комплексе не в первый раз. Осенью прошлого года экспериментальный заезд показал, что данные соревнования органично вписываются в рамки спартакиады трудящихся корпорации ВСМПО «Ависма». В этом году было запланировано провести два сезонных велотрека – весенний и осенний. В майском заезде женщинам предстояло проехать 2,5 километра, мужчинам вдвое больше – 5 километров. Перед заездом спортсмены немного волновались, но не теряли уверенности. Одни просто рады участию, другие настроены на победу, но и те, и другие пожелали друг другу попутного ветра и... Хорошей погоды, наверное. Конечно, победы. Всю трассу до упора и до конца. А победить настроены? Победить? Да нет, наверное. Почему так? Как получится. После женского заезда узнать, как себя чувствуют дамы, к сожалению, не удалось. Усталость и одышка спирали дыханием, участницам нужно было поскорее сдать велосипед и шлем для мужских заездов. Тяжело. А трасса и в самом деле выдалась не из легких. Последние 600 метров пришлось ехать в гору. Здесь не все выдерживали. Неподготовленные участники к финишу в буквальном смысле уже доползали, но не забывали крутить педали. Для организаторов было вполне реально предсказать победителей. Сильнейшие. Кто тренируется, тот и победит. По итогам заездов определились абсолютные лидеры. В мужском заезде с результатом 9 минут 47,7 секунд первым стал Евгений Муромцев, работник цеха номер 51. В женском заезде самой скорой стала Елена Мельникова из 32-го цеха. Она уложилась ровно в 6 минут. Кручу, 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 педали кручу. С горы, как птица лечу. Спешу, 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 спешу налегке, навстречу радуге дуге. Пусть, пусть дорога вдаль бежит, грусть, пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету. Качу, качу, куда хочу.